Доброе утро всем! Калейдоскоп продолжает делать ремонт. Но я вам хотела еще поделиться с вами несколькими тонкостями. Ну, я напоминаю вам частный дом, стены неровные, углы непрямые, неровные. Но тем не менее, вот плиточку мы поклеили, я вам уже показывала в своем видео. Теперь мы клеим обои. Вот мы здесь тоже есть такие вот тонкости, может быть, вы их знаете, может быть, вы не знаете. Ну вот смотрите, вот эта вот поверхность уже была приклеенная, там обои обрезанные, это угол, как вы видите. А вот эта часть, значит, здесь пустили уже обрезанные, ну как рулон обоев шел, лист обрезанный, он ровный. А здесь мы клеили до угла, делали угол, здесь я не клеила. Это вот разрезано, чтобы снять натяжение между, ну, в общем, этого листа, потому что, я напоминаю, угол неровный. Так, вот это у нас теперь приклеилось, присохло, скажем так. Чтобы вот это вот все обрезать, берется шпатель широкий, какой у вас только есть широкий, и вот ножом. Нож вот такой продается в строительных всяких магазинах. Вот так обрезается. И тогда у вас угол будет ровный. Вы так сантиметром не вымерите. Я вам напоминаю, что углы все неровные. Вот так шпатель передвигается вниз. И потихоньку вот это все обрезается. Так, еще один момент хочу вам рассказать. Вот, я не знаю, видно вам будет или не видно. В общем, вот, смотрите, вот здесь вот остался пузырик. Обои предыдущие поклейки были сняты не до конца. Поэтому вот здесь вот образовался пузырик. Вот видно вам, видно, да? Так, приходим, приносим шприц, его втыкаем в этот пузырик. Так, подождите. Вот так втыкаем, откачиваем воздух, вынимаем шприц, потом все разглаживаем, и все чудесно получается. Обои мне нравятся, веселенькие, с искоркой, с тиснением. Так, колпачок не забываем одеть, чтобы никто у нас не укололся. Так. Обои были вот такие. Вот, видите, да? Виниловые на бумажной основе. Так, теперь поподробнее, вот на что обратить внимание. Вот такой значок, вот солнышко, видите? Это означает то, что обои светоустойчивые, то есть устойчивые к выгоранию. Это хорошо. Вот этот значок, вот видите, кисть и на горизонтальной, и на вертикальной. То есть клей надо наносить и на обои, и на стену. А вот это означает, что они сходят с остатком, то есть слоями. То есть сначала мы с вами отдерем винил. Как же это трескость-то сделать? Сначала винил отойдет, а потом бумажная основа. И вот на это еще посмотрите. Вот видите, звездочки и 64 написано. Это означает, что рисунок будем клеить со смещением в 64 миллиметра. Но это немного, это нормально, он, видите, сами, вот такой вот он, диагональный. Но это надо будет вам учитывать, когда вы будете покупать обои по размеру, чтобы вы взяли с запасом. И вообще надо всегда брать с запасом, потому что вот клеила я, мерила, ничего мне тут ошиблось, пришлось одну полосу вообще выкинуть, 2,5 метра. Всегда берите обои с запасом. Так, ну вот, сейчас вам еще немножко про клей расскажу. Я брала вот такой Эколюкс спецвинил, немецкие технологии, много всего написано. Больше всего мне понравилась вот эта вот его характеристика. Долго хранится в рабочем состоянии. То есть я могу побегать, сесть отдохнуть или спать лечь, а на утро продолжить клеить. Не все клеи такой выдерживают. Понимаете, некоторые портятся. Ну а так вот вам
немножко подробнее. Они есть разные. Усилен ПВА, экологически чистый, быстро растворяется. Клей понравился. Ну, еще немножко вам покажу. Вот, смотрите, это мы поклеили. Вот здесь убирали притолку, то есть это не притолку, а вот косяки убирали, чтобы лучше приклеилось, а потом мы их прибьем назад. И вот это вот осталось у меня еще недоделанное. Это будет еще одно такое, как сказать-то, проект еще один мой. Задумка у меня есть, что сделать вот с дверным проемом, но я вам пока не покажу. Надеюсь показать потом, когда уже будут идти работы и дело будет к концу. Ну а пока вам всем до свидания. Напоминаю, с вами был Калейдоскоп со мной, с Мариной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайк. Я буду рада с вами еще раз встретиться. Ну а пока всем до свидания. Ровных вам углов. Обои, чтобы у вас клеились без пузырей, когда вы будете делать свои ремонты, чтобы они у вас не падали ночью. Ну и хорошей жизни в вашем новом отремонтированном жилье. А пока до свидания.